И едем, а они вдвоем. И самое интересное, это сидит, и вот его пистолет вот здесь в кобуре свисает. А вот он с той стороны. И я так сижу, тихо взял, из наручников руку вытащил. А я хорошо помню, левую руку вытащил. И у меня наручник вот так висит. Я про себя думаю сейчас. Да, висок этому. Хватил кобуру. Сюда, представляю, к этому говорю, в аэропорт, суки!